Всем привет, с вами Дарт Калашпул. Сегодня я хочу вам сказать, что как бы тяжело в жизни не было, поверьте, кому-то еще тяжелее. Никогда не отворачивайтесь от Господа, не теряйте веру. Мне тоже тяжело, но я не теряю веру и уповаю только на Господа и на Его милость. Понимаете? Не становитесь на путь зла. Хотя Господь дает право выбора – идти за Ним или отвернуться от Него и идти путем зла. Пути зла ведут к погибели. Понимаете? Многие люди, в основном атеисты, дьяволопоклонники, наивно полагают то, что тот, кому они поклоняются, кому они служат, их спасет. Не спасет. Спасет только Господь. Другие, те, кто не приняли Христа как Спасителя, пойдут в ад, а позже в огненную гиену. Еще о чем хочу сказать. Никогда не оправдывайтесь. Мне вчера, значит, прислал один, скажем так, добрый человек скриншоты из WhatsApp-группы, где обо мне такое пишут, где меня так раскладывают. Я сказал ему, пусть будет так. Я не буду оправдываться, и вы никогда не оправдываетесь. Если о вас злословят, что-то говорят, прощайте от сердца, и вам будет легче. Если они не умеют прощать, им будет тяжелее. Как бы они высоко не летали, все равно они упадут, ведь совесть есть у всех. Она у всех проснется. У всех проснется, поверьте. Так что никогда не оправдывайтесь и никогда не теряйте веры. Веруйте, уповайте. Это главное. Дарт Калашпул. Всем Божьей милости, Божьего благополучия. До новых видосов. До свидания.